Зовут меня Земсков Алексей. Узнал о Добрыне так же, наверное, как и все, через интернет. Много видео, фото и так далее я видел с матчей. Леша Земсков, мы с ним на связи были уже целый год. То есть, получается, я его вообще планировал в команду летом прошлого года, до коронавируса, получается. Мы разговаривали, и тогда он мне сказал, что, Стас, я еще как бы надеюсь на профессиональный контракт, что мне обещали, что я поеду с основной командой «Торпедо» на сборы. Вот, и потом у них случился коронавирус. Совсем, ну, не чужой для нашей команды человек, потому что, опять же, то есть его старший брат, допустим, Миша Земсков, наш очень хороший друг. Когда мы дружили там с Мишей, да, все там, ну, и на Лешу тоже автоматом внимание обращали. Мотивация у меня доказать самому себе, что я чего-то стою.